археологические объекты от экспонированного трупа Карлова А.В. Археологический архив от трупа Карлова А.В. Пустошки внутренних органов в растворе формалина, залитые парафином на деревянных блоках микропрепарата на стеклах. Ну и так далее. Образец крови потерпевшей смекалиной Л.Ф. Андрей, вот, когда вам сама это отдали? Мне это отдали в прошлую пятницу. Где вы это получили? В горсуде. Мне позвонили, сказали прийти забрать вещи покойного брата, как бы, что судебное заседание закончилось, прийти в 204 кабинет. Я пришел, расписался за вещи, я так понимал, что мне отдадут там кроссовки, трико, там что-то там еще там было, я не помню, кофта, там что он на нем было. Пришел домой, развернул пакет, там вот эти остатки, и куда их девать, что с ними делать, я, во-первых, не знаю, так как, ну, прихоронить это не остатки, как бы, моих родственников. И по нему, как бы, идет еще уголовное дело о подмене, как бы, этих материалов. И почему ее отдали мне, я не знаю, что дело, получается, вообще приостановлено, или что его никто не собирается расследовать. Они не могли перепутать? А что путать? Что, ну, может, вещи и вот это вот. Ну, было все в одном пакете, просто я не знаю, как там это все, безалаберность. Вот так, это, а вещи вы получили? Да. Все вместе все было. Все вещи или чего-то не хватало? Футболки не хватало. Футболки не было. Да, футболки не было. Тогда это было примерно, еще раз скажите. В прошлую пятницу, когда? Какого числа? Это числа 6-го, 7-го. И сейчас где у вас вот этот банк хранится? На улице я храню от них. Там специфический запах исходит.